Привет всем! Вы на музыкальном канале World of MP, и сегодня у нас будет обзор на культовый альбом группы Metallica под названием Ride the Lightning. Кстати, данный релиз является моим фаворитом в дискографии Metallica. Ровно год назад на канале был выпущен обзор на первый альбом Metallica Kill 'Em All. Кто не видел, обязательно посмотрите. По моему мнению, данная пластинка отчасти осталась недооцененная фанатами группы Metallica, так как данный альбом был выпущен между Kill 'Em All и Master of Puppets. Но вы же сами знаете, что альбом Kill 'Em All является самым душевным для фанатов Metallica. Ну и конечно же Master of Puppets — это вершина творчества. А также последняя пластинка с участием покойного басиста Клиффа Бертона. И вот таким образом данная пластинка оказалась между двумя титанами. Хотя второй альбом Metallica заслуживает большего внимания. Это также мне напоминает ситуацию с группой Atheist, где второй альбом Unquestionable Presence также был защемлен двумя титанами – Piece of Time и Elements. Альбом Piece of Time считается первопроходцем в стиле Prog Death, так же как и был Kill 'Em All в стиле Trash. А также альбом Elements считается вершиной творчества точно так же, как и Master of Puppets. А вот эти два дико кайфовых альбома с синими обложками остались, к сожалению, в тени. И это реально частое явление, когда общаешься с фанатами Metallica, они всегда говорят, что любимый альбом — это или Kill 'Em All, или Master of Puppets. А перед началом основной части обзора хочу вам порекомендовать канал Дмитрия из Гитарных Историй. Как вы уже, наверное, сами понимаете, что канал посвящен именно гитарам. У Дмитрия в коллекции имеется огромное количество гитар, о которых он рассказывает и показывает. А также Дмитрий такой же фанат трэша, как и мы все. Все это происходит в душевно-ламповой обстановке. И даже если ты не играешь на гитаре, все равно тебе будет интересно послушать. Поэтому дико настоятельно рекомендую подписаться на канал Дмитрия из Гитарных Историй. Ссылочка будет в описании. В руках я держу переиздание 2016 года от Blackened Records. Данное издание было выпущено по эксклюзивной лицензии от Universal Music. Этот диск обошелся мне примерно 13-14 евро на местной музыкальной ярмарке. То есть данный диск я приобрел специально для обзора, и конечно же потом я его разыграю среди вас. Следите за новостями в паблике. Это издание исполнено в формате Digipak и чем-то напоминает винил. Сейчас поймете, о чем я. Открываем. И как вы сами видите, это чем-то напоминает гейтфолд, как у винила. А также есть еще кармашки, которые также напоминают винил. В первом кармане вы сможете найти буклет, точно так же, как и на виниле вставку. А во втором кармане вы сможете найти сам CD-диск. По данному поводу у меня есть парочка замечаний к данному изданию по хранению диска. Во-первых, диск очень тяжело извлекать. А второе, его можно, само собой, повредить. Или, конечно же, затереть. Поэтому я вам дико настоятельно рекомендую хранить диск отдельно в таком вот конверте. И не будет никаких проблем, а также повреждений. А также еще второй полезный совет по хранению данного издания. Данный диск сделан в формате Digipak, соответственно, имеет картонное оформление. Поэтому лучше всего хранить его в таком вот целлофановом пакете. Я думаю, что не проблема его достать. А также еще диск. Вот такие вот небольшие советы по хранению помогут вам ваш экспонат содержать в лучшем состоянии. Кстати, победитель конкурса и получит в данной упаковке. Буклет исполнен на качественной полиграфии, то есть приятный на ощупь. Давайте посмотрим, что внутри. Открываем, и здесь уже видно фотографии. Лирика, кредиты. Далее, лирика. И задник. Как вы сами видели, буклет имеет всего лишь 4 страницы, но с самой нужной информацией. На диске вы сможете найти 8-трековый альбом, то есть без всяких бонус-треков, и, как обычно, классический задник. В общем, данное издание лично меня полностью устраивает в плане цены и, конечно же, звука. Да, я знаю, что это ремастер, не тот самый первый пресс, который вы любите, и даже не японец, но все же здесь сделан грамотный ремастер, который не режет уши. Поэтому соотношение цена и качество вполне себе хорошее. А вы, как обычно, в комментариях можете отписать, какое издание данного альбома имеется в ваших коллекциях. И еще я хочу вам поведать о одном издании, которое было неправильно напечатано. И теперь, в наше время, оно стоит немалых денег. Думаете, что обман зрения или опус фотошопа? Ничего подобного. Это реально существующая обложка пластинки 84 года выпуска. Выпустил ее французский лейбл Barnet Records. Да, вот незадача, вместо оригинального синего по ошибке получился зеленый. Ну что поделать, бывает. Правда же, не пропадать добру. И пустили в ход весь тираж. Так на свет и появился зеленый Ride. А ввиду небольшого тиража 400 или 800 копий. Данный отличается в зависимости от источника. Теперь это чудо — предмет интереса коллекционеров. Данный случай чем-то напоминает ситуацию с Iron Maiden Number of the Beast,
где также небо должно было быть серым, но в итоге получилось голубым. Также у нашего канала имеется моднейший музыкальный магазин с дисками и пластинками. По ссылке в описании вы сможете найти музыкальный став по адекватным ценам. Обязательно подписывайтесь на страничку нашего магазина и следите за новостями. Альбом Ride the Lightning был выпущен 27 июля 1984 года на лейбле Megaforce Records, но позже был перевыпущен на Electra Records. В США данный альбом стал 6 раз платиновым. На этот раз участники группы проявили огромное желание записать новую пластинку в Дании. Я думаю, что для вас не секрет, кто подал данную идею. Конечно же, Ларс. А также Big Boss Ларс лично подобрал продюсера для записи новой пластинки. Им стал Флеминг Расмуссен. Это было примерно так. Где-то в конце 1983 года в студии Sweet Silence раздался телефонный звонок. Меня соединили, парня звали Ларс, и звонил он из США. И спросил у меня, не хотел бы я помочь записать его группе Metallica альбом. Об этом коллективе я никогда ничего не слышал. Но когда Ларс сказал, что не играет тяжелый рок, ему понравилось качество записи альбома Rainbow, Difficult to Cure, я тут же согласился. Работа в студии началась 20 февраля 1984 года. В группе было 4 молодых парня с длинными волосами, в джинсах и футболках. Мы завезли все оборудование и приступили. Оборудования было мало, так как Металлику буквально пару недель назад до этого обокрали. Для Джеймса это была большая проблема, потому что настройки на его усилители Marshall были сбиты. Мы попросили все местные тяжелые команды притащить в студию свои маршалы и кабинеты, чтобы Джеймс попробовал поиграть на каждом и выбрать наиболее похожий по звучанию на его любимый украденный маршал. В итоге он попробовал около 12 разных усилителей и отстроенных кабинетов. И все же Джеймс нашел себе подходящую комбинацию настроек. Он действительно остался доволен звучанием. Флеминг хотел записывать барабаны в специальной обустроенной деревянной комнате 10 на 10 метров. Поскольку знал, что можно добиться действительно необычного звучания. Но была еще одна проблема. Поскольку в Дании было чертовски холодно, мы притащили кучу газовых обогревателей. Но поскольку комната нагревалась только ночью, мы работали с 7 вечера до 4-5 утра. И к началу сессии барабаны всегда были расстроены. Клифф записывал бас после ритм гитар, поскольку Флеминг хотел записать сначала ритм, а потом уже бас. Джеймс записал минимум 7 гитарных дорожек во всех песнях, поскольку каждая дорожка имеет слегка разное звучание. Первые две ритм гитары шли с начала песни и до конца, а другие партии песни уже добавляли по стереодорожке. Поскольку это было в 1984 году, весь альбом записывался на ленту. Мы использовали два магнитофона Lyric. Всего было записано 46 дорожек. Еще добавили 24 дополнительных дорожки с реверберацией и задержкой. В общем, для сведения потребовалось 70 каналов. При записи нового альбома группа столкнулась с одной большой проблемой, а именно бюджетом записи. Megaforce Records смогли выделить всего лишь $20,000, но Metallica понадобилось 30. Поэтому Music Foundation, партнеры Megaforce Records, доплачивали эту разницу. Название альбома «Оседлай молнию» принес Кирк Хэммет. Клифф Бёртон был жутко разочарован тем, что Металлике пришлось менять название и обложку дебютного альбома. Но на этот раз главную роль сыграла именно одержимость Хэммета ужастиками. И под данным влиянием группа назвала второй альбом «Оседлай молнию». Я заметил фразу «Оседлай молнию», рассказывает Кирк. Мы записывали первый альбом и остались ночевать у парня по имени Гэри Зифтин. Я читал книгу Стивена Кинга «Противостояние», ждал записи своих партий и наткнулся на данную фразу. В романе Кинга мелкий преступник Ллойд Хендрид оказывается в тюрьме строгого режима, куда попадает после совершенных под воздействием наркотиков беспорядочных убийств по всему юго-западу. Адвокат Ллойда Дэвис говорит, что при необходимости подаст апелляцию на решение Верховного суда США. Правда, ожидает, что суд сразу же отклонит его апелляцию. Ллойд спрашивает, что же тогда случится? И раздраженный Дэвис ему отвечает, что за вопросы? Посадят тебя в камеру смертников и будешь наслаждаться вкусной едой, пока не настанет время оседлать молнию. Хэммет рассказал об этой фразе Джеймсу Хэтфилду. И фронтмен написал песню «Оседлай молнию» от лица убийцы, осужденного и приговоренного к казни на электрическом стуле. Поскольку во фразе «Оседлай молнию» чувствовалось насилие, агрессия, бешеная энергия и страх, она идеально описывала музыку Металлика. И группа решила назвать вторую пластинку именно так. И как обычно, мы не можем пройти мимо данной крутой обложки. На обложке был изображен электрический стул, подвешенный в темно-синем небе на фоне электрических разрядов, бьющими из логотипа Metallica. Это, кстати, мой любимый кавер-арт из всех альбомов Metallica. Конечно же, было бы забавно, если бы на данном электрическом кресле сидел Лемми, как в клипе Kill by Death. И как обычно, мы разберем каждый трек из пластинки, о чем он и как он появился.
Открывашка на альбоме «Оседлай молнию» стала самой бешеной песней группы на тот момент. Спокойное вступление на акустической гитаре плавно переходит в беспощадную музыкальную атаку, скорость которой была быстрее любой песни с дебютника. Так звучит группа, которая знает, что будущее за ней. Основной риф придумали еще во время тура «Kill 'Em All». Песня рассказывает о том, что чувствует человек, приговоренный к казни на электрическом стуле. Первая из многих песен «Металлика», в которой затрагиваются серьезные темы, такие как смерть, клаустрофобия и неотвратимая рука судьбы. Название данного трека было взято из книжки Стивена Кинга «Противостояние». В этой песне Металлика показала, что может нечто большее, чем просто рубить трэш. Богатый красками мини-эпик, написанный по мотивам одноименного романа Эрнеста Хемингуэя о гражданской войне в Испании. Бессмертное вступление было построено вокруг басовой партии Клиффа Бертона. Это песня, которую никто явно не ожидал от Металлики. Они удивили всех, но только не себя. Во время записи альбома Джеймс и Ларс были одержимы смертью. Лирика рассказывает о душевных терзаниях, мыслях и чувствах человека перед совершением самоубийства, на которые он решается в связи с безысходностью своей жизни. Песня «Fade to Black» была написана после того, как почти все оборудование Металлики было украдено в Бостоне. В данном треке есть некоторые рифы, которые Кирк Хэммет написал еще для своей первой группы Exodus. Только здесь риф взят из тогда еще не вышедшей песни Exodus Implier. Композиция рассказывает о человеке, который просыпается от крионического сна. Осознав, что ему некуда идти и ждать помощи бесполезно, он беспомощно готовится к собственной гибели. Первая попытка написать хитовый сингл. Группа хотела сделать что-нибудь в духе мейденовской Run to the Hills или престовской Living After Midnight. Изначально данный трек назывался The Hammer. Полубиблейский эпик, украшенный бессмертной фразой «Умри от моей руки». В детстве Ларс обожал фильм «10 заповедей». Однажды участники группы взяли в прокат видеокассету с данным фильм и поехали домой к Клиффу смотреть. В одном эпизоде Моисей возвращается, пытаясь вывести свой народ из Египта. И когда фараон нарушит обещание, первый новорожденный должен умереть. Потом ночью опускается туман и ползет, словно дым на сцене, и все. Кого он накрывает, падают и сразу же умирают. Отсюда и слово «ползущая смерть». Фразу придумал Клифф. Альбом торжественно закрывает эпическая инструменталка, показавшая невероятную уверенность группы, которая действительно нашла себя. Изначально данная песня называлась When Hell Freezes Over. Данная композиция была написана под влиянием повести «Тень от Инсмута» авторства Говарда Лавкрафта. Клифф Бертон был большим фанатом данного писателя. Название песни отсылает к одному из ключевых произведений с участием Ктулху, Зов Ктулху. Хотя в названии песни имя монстра было изменено на Ктулу для более легкого произношения. Лично мне больше всего нравятся два первых трека, а именно Fight Fire with Fire и Ride the Lightning. А мне, как обычно, будет интересно узнать, какой трек больше всего нравится вам. Отпишите, пожалуйста, в комментариях. Альбом «Молния», который вывел трэш на новый уровень. С данным альбомом Металлика оторвалась от всех других групп, а также поставила новые стандарты. Честно сказать, данный альбом долгое время был мною недооценен. Но, как обычно, время расставляет все по полочкам. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставим большие пальцы. Также не забываем подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также дико призываю вас подписаться на наш Boosty и Patreon, где выходят эксклюзивные видео, ссылочки в описании. И, конечно же, соцсети, паблики ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. Все это вы сможете найти снизу. А еще я хочу показать, что у меня есть для будущих обзоров. Поэтому не прощаемся.